Всем приветик! Ну что, начинается раскрытие роз. Розы призимовали просто замечательно. Вообще никаких проблем. Вот тут часть раскрыла. Земля пересохшая в пепел. Самое главное это полить. Так, а вот здесь еще ребенка не раскрыла. Это у нас рододендрон. Будем смотреть, как ты тут перезимовал. О-о! Да все хорошо у него. Да? Все хорошо. Ну вот он. Вот он. Весь зеленый и красивый. Все в шишечках. Все хорошо. Надо срочно поливать. Потому что все высохшее. Ого-го. Красота. Вот здесь мы еще не раскрывали. Здесь, мне кажется, плачевный будет результат. Ну да. Да. Здесь все намного хуже. Вот оно, ужасное зрелище. Ах, как жаль. Сколько надо будет резать. Если бы это были чайно-гибридные, другое дело, режь и режь. Они только лучше растут. А это у меня шрабики. Ух, как я вас поломала-то. Та-дан-та-дан. Та-дан-та-дан. Да, земля высохшая. Жуть. А тут все красиво. Тут все замечательно. Вообще замечательно. Ну вот. Сейчас все полью. Раскрывать-то еще, конечно, страшно. Солнце такое. Ого-го. Не, полежите-ка еще там в одеялках. Это же вся перезимовала хорошо. Это плетнистая. В прошлом году только посажена. Маленькая. Вообще нигде никаких проблем. Гортензии перезимовали замечательно. Тоже никаких проблем. Вот все-таки не надо гортензии укрывать. В этом году не стала укрывать. И все замечательно. Вон почечки уже. Тра-та-та. Фокусируйся давай. Все хорошо. Красота. А вот это мои можжевеловые джунгли. Это джунгли при джунгли. Да уж. Ну вот. Посмотрим, что в парнике. Парники все замечательно. Виноград просыпается. Вот они уже полезли. Почечки. Помидорки маленькие. Помидорки маленькие. Перчики хорошенькие. Все у них хорошо. Так, а что у нас тут с розами? Осенью обрезала розы. Были такие хорошие череночки. Воткнула. Растут. Ах, хороши. Ну вот. Так что и осеннее черенкование. Все удачно. Пока все жив-жив.
Тут у меня тоже осенние черенки. Гортензия. Тоже обрезала, жалко выбросить. Все живое. Да, Брунка? И Брунка тут у нас помощник. Ты мой хороший Собакин. Собакин пришел посмотреть, что тут такое, да? Да, ты моя. Что у нас моська такая вся в травище, в грязище. Да, Бусинка? Ты мой хороший мальчик. Очень хороший мальчик. Так, что у нас тут еще? Тут у нас виноград. Большой-большой. Бусинка, дай я пройду. Так, выходи, выходи. Вот такие череночки. Хорошие череночки. Сейчас мы один возьмем. Вот какие большие, красивые. Это у нас сорт Алешенькин. Все у него замечательно. Вот это большая-большая. Это Любава. Это пораньше череночек экспериментально поставили на укоренение. И вот уже какой вырос. Да, Брунк? Так что весна идет полным ходом. Все хорошо. Ну как? Ух ты! Ух ты, паразит такой! Показывай зубы! Показывай зубы! Показывай зубы, говорится! Ах ты вредный такой пес! Покажи зубы! Во-во-во! Где зубы? Во-во! Покажи зубы! Покажи зубы, говорит тебе! Нет? Эх ты, жадина ты такая! Нос ты мой сладкий, любимый, любимый нос!